Всем привет, друзья! Любителям рыбалки, охоты и приключений. Ну вот просидел дома неделю, у нас ударили морозы. Что я думаю? Не сидится мне дома, поеду я на рыбалку. Сгоняю на последний лед. И когда он будет последний, никто не знает. С такими морозами, вот, 13, 15, 12 давит. Поэтому, собрав кварик, мы с другом выдвинулись вперед. Анечки опять с нами не будет. Она решила повязать теплые носки. Вот, свяжет и зимой покажет обязательно. Погнали на рыбалку! Как видим, друзья, нас еще в лесу ждет хороший снег. Вот такое мы место доехали. Уже сейчас небольшое расстояние. Проедем через лес, через болото и выйдем на озеро. Доехали до такого места шикарного. Но ветер, я вам скажу, мама не горюй. Нашли место дислокации, где будем ставить палатку и жить сколько-то дней. Сейчас ветер пробует выставить. Лед такой. Здесь красота. На данный момент, на сегодняшний день, у нас одна первая сработка натянула полностью. Выехали мы также на первый лед, поэтому надо будет посмотреть. Фу. Не пойму пока. Не пойму. Вот так. Прелесть. Растащила в кушери. Ну что ж, значит, кто-то ходил. Будем ее вылавливать. Сейчас пойдем ловить на удочку. Может, что-то ловим. И будем наблюдать. Крупный окунь ловится? Да. О, видишь, какие ёлки. На сковородку не поместится. Ух ты, какой крупняк. Зато настроение типа клюет. Ну да. Мы сюда за настроением приехали. Отдохнуть. От бабушек, от тетушек. Вот и наш первый окунечек. Есть такой черный, жипцовый. Красавчик. Может, на жипца сберем. Ну что, пока мы тут ля-ля-тополя смотрели, как мы тут рыбачим, у нас сработала жерличка еще одна. Это уже вторая. Поэтому крадучись ползем, потому что очень скользко. Лед еще такой весь рельефный, просто невозможно идти, так что даже вот треногу не ставить, и то проблематично. Это 100 пудов окунь. О! Ух ты! Ох, ты ушел. А не ушел. Щука. Щука. Фу. Красавица щучка. Ну вот, друзья. И мы поймали темненькую зачетную щучку. Это где-то 1,5 килограммчика. Но шустренькая. Молодая. Первая корочка, первая щучка. Фух. А я уж подумал, окунь. Как-то так она даже не размотала.
Отлично. Значит, на этом озере щуки тоже есть. Уху! Вперед, рыбачим! Что-нибудь можно сказать туда? Чиреет. Ложились на берегу прекрасного озера, прям палаточка и сразу в озеро. Сказка. По-моему, не размотан. Пробы подсекай. Нет, не размотан. Да, может окунь. Там сначала продолбить надо. Продолбил рукой. Да хоть чем продолбить, зачем? Чего? Рецепт. Рецепт? Угу. Подожди, не тяни сильно. Все, нет зацепа. Есть? О, тут корешник. Коряжник. Значит, мы ее отсюда уберем, переставим. Да. Все, порвал леску. Значит, мы ее убираем. Ну, это не повезло. Починим, поставим туда подальше. Вечерняя проверка жерличек. Ха-ха. Дошли до той, которая стояла. Будем сейчас смотреть. Тоже не размотала. Тоже такое. Не. Просто развод. Да. Оно. Живчика. Пососала и отпустила. Да, может быть. Ох, шикарный вечер. Просто шикарный вечер. Кто-то там на квадриках летает. Просто неимоверно красиво. Смотрите, какой лед. Он так шикарный. Просто прелесть. Ну что, друзья, вечерняя проверка вечерней жерлицы сработала прям, даже не знаю, размотала, не размотала, есть, и, блин, ушла, а так хорошо шла, слабо подсек, или слабо скушала, но она вот взяла и стояла, она даже не заглотнула его, ну вот, зато мы знаем, что вот в этом месте клюет щука. Это уже второй раз она сработала. Одна и та же. Одна и та же, да. Я даже ее запомнил. Так, сейчас мы ее... Она, конечно, может уже второй раз не прийти. Так, вырвались мы на другое озеро. И здесь наблюдаем картину. Один флажок стоит, второй флажок стоит, но он примерз. Сейчас пойдем проверять, что у нас тут да как у нас. Вот что поймаем, сейчас увидим.
Есть тут кто-нибудь или нету? А быть может, просто так стоит. Может быть. Не, размотано полностью. О, есть. Есть. Ух ты! Вот это хорош! Вот это хорош, бабух! Смотрите, какой, друзья, хороший красавчик! Нажерлица! Вот это да! Приятно ловить окуней! Таких вот, это монстры! Окуневые такие! Ух! Огромные! Конечно, есть еще больше, спору нет. Сейчас мы проверим их, потому что наверняка здесь ловятся такие, и просто ночью был сильный мороз, жерлицы подзамерзли, поэтому они не в силах их содрать. Сейчас мы аккуратненько крючочек достанем. Так что здесь может быть сейчас еще такие же. Ну приятно, приятно. Больше моего сапога. Так, для сравнения. Хороший окунь больше моего 45-го размера сапога. Тут у нас, друзья, сидит что-то. Пробил. Думаю, дай-ка проверю на наличие живца. Красотка, щука, схватилась-то так. Ой, как она об лёд билась. Сидела, даже не растянула. Поохотиться и поохотилась. Вот такая, что-то совсем слабенькая. КГ может 1-200. Лед скользкий, плюс вот такие трещины, глубокие, глубокие. И жерличку размотала. Сейчас мы глянем. Такой скользкий лед. Ну, пробуем. Ох, хорошая, друзья. Что-то такое тяжелое идет. О, как она борется. О, хороша. Хороша. Щучка. Вот. Она вся какая-то пятнистая, леопардовая. Рисунок у нее какой-то интересный, совсем не как у щуки. Вот вторая щучка на одну и ту же жерлицу с интервалом, не знаю каким. Вот здесь она гуляет, здесь с правой стороны ручей заходит тихо, и она сюда подходит поохотиться. Охотится. Так, ну вот, поймали еще одну. Красавица малышка. Дует.
собачкам окунёчков наловим, да кошкам. Весеннего окуня. На жерлицу крупную тут, смотрю, не хочет. Ой, на удочку. На удочку идет самый крупняк. Вот такой вот весь. Семечки для котов называются. Семечки для котов. Ветер буянит. Ух, какой у нас шикарный вид с палатки. Небо чистое, прекрасное. Должно просто быть полный штиль, но, к сожалению. Прям собирать жерлицы. После нас чистое, сухое, красивое место осталось. Ну, немножко дровишек. Может быть, когда-нибудь кому-то тут тоже захочется остановиться. И очень красивый бонсай. С такими шишечками. Конечно, мне кажется, бонсай больше вот этот понравился. Очень красивая сосна. Ее сделать легкую отрезку. Их красота. Ну, друзья, и закончилась рыбалка по последнему льду. Дмитрий, еще такое, что надо ехать.